пара тербей через город, пятерка. Первая линия, сосед Нубиана. Напки находится. Вот мы сейчас заходим на его территорию. Идем, запытаем. Должен быть где-то трансфер на пляж. Для тех, кто проживает на второй линии. Сейчас мы пытаемся его найти. Вон ці, напевно, машинки, бачите, стоять? Так. Ми хочемо на них кататися. Ну, зараз запитаємо. Можна пользуватися повністю тим, хто проживає на второй лінії в четверки території п'ятерки. Єдине, що питання тільки на, виходить, на своїй лінії, але є бар, там, де можна пообідати, перекусити, ну, напитки взяти. Находится на пляже. Пляж у них общий. У четверки и у пятерки. Паузу поставлю. Паузу. Поставим мне паузу. В общем, решили мы пройтись пешком, так как трансфер долго идти. Стефунь, это недолго. В общем, у них перерыв с 11 до 12, так они ездят каждые 15 минут, а с 11 до 12 у них перерыв, поэтому сказали лучше идти пешком. Стефчик, будь ласочка, я снимаю видео про готель. Та не йти півгодини, півгодини трансфер чекати, йти так само, як в Нубіані, 5 хвилин, максимум. От зараз засечем, не ни. Вон же море, Стевч. Скільки тут іти? Можна і не їхати. Що не хочеш? Гелікоптер. Що не хочеш на море? А що хочеш? Куди? Стефан, не ний. Вон вже, дивись. Ми менше хвилини йдемо. Вон вже видно море. Тут зовсім трошки пройтися. Це така сама територія по розмірам, як Нубіан. Не ний. Стефан, я ж не маю відео, ти заважаєш. Мы идем тут здесь сбоку, а ты здесь справа. Поэтому как бы тут территория не видно, но я потом выйду на территорию. По этой дорожке как бы трансфер едет. Назад попробуем на трансфере тогда. Идти тут не напряжно, что тут идет от деревьев, от кустов тень, поэтому нормально.
Для тех, кто проживает на первой линии Паратер-Бич, для них пользование аквапарком в Паратере, аквапарк платно. $8 цена со взрослого человека, 4 с ребенка от 6 до 12. Детям до 6 пользование аквапарком бесплатно. Ну, если честно, я там от аквапарка ожидала большего. То есть за что там платить $8, если честно, я пока не поняла. Такой себе староватенький, конечно, аквапарк. 25 горок там, но по сути только 9 взрослых, все остальные совсем малышей. Вот. Еще чуть-чуть и мы дойдем. Да, завтра мы уже точно, наверное, сюда не пойдем. Все равно занимает время. Значит, на пляже у них есть понтон. Он одинаковый, один с нудами. То есть, ну, получается, один понтон идет, на, по сути, на 4 отеля. Nubian Island, Nubian Village и 2 парателя. Но какие-то там сильно столкновения людей и очереди я не видела. Вот отсюда уже открывается более-менее вид. Вид на бассейн. Сегодня уже где-то